приступаем к созданию элемента под названием семинар в курсе. Например, я принимаю решение в модуле 2 добавить этот элемент под названием семинар. Приступаем к общим настройкам. В поле названия семинара необходимо указать то название, которое в виде ссылки увидят обучаемые. Например, я решил дать моим слушателям, обучаемым, задание на написание эссе, в котором они изложат прошлое, настоящее и будущее в дистанционном обучении на их взгляд. В поле введения изложите суть того задания, которое вы хотите предложить вашим обучаемым. Кратко написать, что именно они должны сделать. При необходимости можно использовать текстовый редактор, который позволяет включить графику, медиа и форматирование вашего текста. Как обычно, галочка «Показать отображение описания вступления» на странице курса напишет, покажет студентам этот текст. Для удобства разверните все настройки. Общие настройки закончены. Переходим к параметрам оценивания. Стратегия оценивания. Посмотрите, что она означает. Например, рубрика – это один критерий. Одна оценка. Количество ошибок – это стратегия размещения комментариев и оценки по принципу «да» или «нет» в соответствии с заданным критерием или утверждением. Стратегия комментарий размещается только комментарий без всяких оценок, а вот совокупная оценка – это, по сути, многокритериальная оценка, при которой выставляются баллы по разным критериям и размещаются комментарии. Я принимаю решение выбрать совокупную оценку, при которой будут применяться три критерия оценки. Итак, стратегия выбрана. Осталось определить параметры оценки за работу, за оценивание и число десятичных знаков в оценках. По умолчанию оценка за работу выставлена в количестве 80 баллов, а оценка за оценивание до 20 баллов, в сумме 100 баллов. Однако я принимаю решение за свою работу. Каждый обучаемый получит до 50 баллов и до 50 баллов также выставляю за оценивание. Я хочу, чтобы мотивация оценивания была высокой у моих обучаемых. Вы можете принять свое решение сами, а вот размещение этой оценки в категории, я выбираю категорию, соответствующую этому модулю. То есть оценка попадет в соответствующую категорию. Число десятичных знаков по умолчанию 0 я выставляю до 1 десятки. Параметры оценивания настроены. Следующая группа настроек – это параметры работы. Той работы, которую обучаемые будут выполнять и сдавать на оценку. В поле инструкции для работы разместите задание с обязательным уточнением дедлайна, срока предоставления этих работ. Например, так. Далее укажите максимальное количество приложений к работе,
В моем примере оно не требуется, но я на всякий случай его оставлю. Укажу максимальный размер файла. И обратим внимание на работы, отправленные с опозданием. Опаздывать плохо, но разрешить предоставление работ после крайнего срока вполне возможно. Только обратите внимание, что такие работы автоматически среди участников распределяться не будут. Вам придется для этих опоздавших назначать рецензентов вручную. Параметры работы выставлены. Теперь переходим к параметрам оценки. Следующая группа – это параметры оценки. Эти инструкции обучаемые будут видеть в ходе фазы оценивания работ друг друга. Более детально эти критерии уточняются преподавателем после создания семинара в ходе так называемой фазы настроек семинара. Если включить флажок «Использовать самооценки», то студенты смогут оценивать собственную работу. Причем, чем больше студентов в группе, тем меньше влияние этой самооценки в итоговом результате. Следующая группа настроек – отзыв. Его еще можно назвать рецензией, которая может быть обязательной или необязательной, или вообще отключить. В моем примере я принимаю решение об обязательности рецензирования или написания отзыва по каждому критерию оценки. И принимаю решение разрешить прилагать к отзыву до одного файла размером до 2 мегабайт. И, наконец, в поле заключения следует написать текст, который будет отображен участникам в конце семинара. В этом поле необходимо написать итоговый текст и рекомендации по дальнейшим действиям обучаемых. Следующая очень интересная группа настроек – примеры работ. Если включить галочку «Использовать примеры», то в этом случае дается возможность заранее потренироваться в оценивании работ других студентов. И тут имеются режимы оценки примеров. Например, добровольная, то есть необязательная оценка примера, обязательная оценка примера до размещения собственной работы. И третий вариант – тренировка в оценивании проводится до начала оценивания работ сокурсников. Я принимаю решение, что тренировку такую нужно осуществить до начала выполнения и размещения собственной работы. Следующая группа настроек – доступность. Например, можно включить дату и время, после которых наступит возможность доступа к этому семинару. Аналогично можно включить или не включать дату и время конца представления работ. По истечении этого времени система не позволит представлять работы обучаемых. При этом, если такая дата выставлена, то можно переключить на следующий этап после истечения срока работ автоматически, то есть переключить на этап оценивания.
вначале размещение, затем этап оценивания. Соответственно, можно включить дату начала оценивания и дату и время завершения такого оценивания. В моем примере я такие жесткие сроки выставлять не планирую. Настройки доступности завершены. Следующая группа настроек – общие настройки модуля. Это его доступность, показать или скрыть его студентам. Например, скрыть, если я только готовлю этот семинар. Если в курсе обучаются несколько групп, то можно включить настройку группового режима для изолированных групп. То есть одна группа не видит действия другой. Или видимые группы, когда все группы видят результаты разных групп. У меня нет групп. А также и нет потока. Настройки ограничения вводить не буду. Напоминаю, что они позволяют выставлять условия доступа в зависимости от успешности каких-то предварительных действий. А вот настройки отслеживания выполнения я выставлю при выполнении условий. Если студент получит оценку, то в этом случае данный семинар будет считаться выполненным, и обучаемый увидит отметку о выполнении в виде такой галочки в онлайн-курсе. Сохранить и показать. Создание семинара завершено.